Всем привет! Сегодня хотел бы представить обзор на модель от компании ACM, модель под номером 35651. Это у нас Liberty. Красивый красочный буксарт. Далее коробка с плотным картоном, пакетик с деталями. Инструкция. И у нас еще есть набор декали. Декаль у нас выполнена на новой бумаге. Компания ACM отличная теперь, и все декали прекрасно переводятся и приклеиваются. Наша инструкция, номера красок, которые компания прилагает для окраски данной модели. Здесь у нас на развороте показаны литники, красным показываются детали, которые не будут использоваться при сборке данной модели. Хочу обратить внимание, что у компании ACM очень подробная инструкция, и не составит труда собрать данную модель как опытному моделисту, так и новичку. Все прекрасно подробно описано, показано. Так и варианты краски. Два варианта. Армия США 18 год и армия США 18 год. Это просто разные у нас подразделения получаются. Так, хорошее качественное литье. Так понимаю, решетка радиатора пролита хорошо. А нет, вот решетка радиатора, это какая-то другая часть, наверное. Так, тут у нас пол, он рифленый, то есть выполнен хорошо. Каких-либо дефектов не обнаружено. Следующий нижний, это у нас стенд. Хорошо сымитировано полотно, очень эффектно смотрится. Каких-либо дефектов не обнаружено. Наш литник с колесами. Колеса, я так понимаю, у нас даны из половинок, что ли. Могу ошибаться. Так, мелкие детали, но пролито все хорошо. Каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше следующий. Также высочайшее качество проливки и каких-либо дефектов нет. Еще один литник. Тут также у нас присутствует колеса. Я так понимаю, по-моему, на этом литнике у нас будут неиспользуемые детали. Но надо по инструкции смотреть. Если собирать по инструкции, то получится все отлично. Также большое количество мелких деталей. Все пролиты замечательно. И литник прозрачный пластик. Открывать не буду. Это у нас фары. Если вы собираете, скажем так, Первую мировую войну, 18-е года, то 35-й масштаб, то я считаю, что эта модель должна быть обязательно у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.